Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Лукошко Советов» и я ее ведущая Татьяна Лукошкина. Сегодня я вам расскажу, как я собираю и храню яблоки. Чтобы собрать яблоки с высоких веток, нам нужно приспособление. Но не у всех есть магазинское, поэтому можно сделать его своими руками. Берем пластмассовую бутылку из-под газированной воды или из-под кваса, обрезаем у нее донышко, делаем вот такие красивые надрезы, чтобы за счет этого можно было с ветки яблока поддеть, и оно спокойно помещается в эту емкость и будет без особых дефектов. И эту бутылочку мы нанизываем на палку, у кого какая есть. Если не подходит диаметр палки, то можно прикрутить скотчем или изолентой. Поднимаем, подкручиваем, яблочко падает в этот новый домик, и мы достаем его и аккуратно складываем. Чтобы яблоки подольше хранились, я на дно пластмассового ящика кладу газеты. И яблоки перекладываю газетками. Но вдруг на всякий случай кто-то начнет из них гнить, чтоб сосед не повредился. Поэтому яблоки могут лежать так долго. Ну вот, дорогие телезрители, я вам рассказала, как я собираю и храню яблоки. Если мой совет вам подходит, то, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Всем пока-пока!